Едем с ребятами на аукцион, Emirates аукцион. Сейчас будем смотреть автомобили, все вам покажу, расскажу. Так что давайте, оставайтесь с нами. Мы приехали на аукцион, какой-то называется Emirates аукцион в Дубае. Вот, и уже смотрим один из вариантов для нас. Коротко об этом видео, просто я что-то вспомнил поздновато. Мы уже приехали буквально вот минуту тому назад, и сейчас будем снимать доступные к продаже автомобили, которые здесь находятся. Вся продажа осуществляется через онлайн-площадку, но у вас также есть возможность физически приехать на парковку и посмотреть все имеющиеся автомобили, варианты для вас. И вот один из вариантов, который мы выбрали, сейчас получим от него ключи, это Mini Cooper S 2012 года. Приехали, уже здесь внутри в офисе, ждем, пока нам выдадут ключи от Mini Cooper, возможно, сделаем запрос на разрешение тест-драйва к этому автомобилю, да, Катя? А, Денис? Лайк. Ставьте лайки, не забывайте, потому что на этом видео всегда, на этом канале всегда очень много полезного и интересного контента для вас. Итак, мы получили такие ключи от нашего Mini Cooper. А ну-ка покажи ключи, как Деня выглядят ключи. Смотри, какие вообще, я бы отродясь не догонял, не догадался, что так выглядит ключ от Mini Cooper. Вот, открыл. Вау, вот это роскошь во плоти. Ну что, заводи. Я подсяду сзади. Она побольше. Той предыдущей? Чем предыдущей, да. Ух ты, тут место прикольно. Даже если я вот подвинусь, Макс, тебе удобно? Да, тут место завались, я считаю. Вообще супер. Mm-hmm. Место здесь вообще шикарно. Машина, конечно, не нравится. Ой. Ну, пошарпанные карты дверей, я смотрю. Ну да. Ну 16-го та была, конечно, великолепно. Кстати, прикольные ручки открывания. Ты видишь, тут уже как бы все по-другому. Ну еще она как гоночная идет. И здесь был такой дисплей спорт. Она получается назывался спорт, да. И тут типа ты, панель такая стеклянная была. Кондиционер. Включи, пожалуйста. Ее надо завести. 12 тысяч километров. Плюс курание 89. Но дует, конечно, труба. Гидросилитель работает. Радио. Бензина всего лишь немножечко. Это что, такой спидометр посредине, блин? Ух ты. Ну да, получается. Какой закос под что-то старое. Ну, а как-то тяжело идет. Коробка? Да, коробка уже раз... Ты снимаешь, да? Да? Нельзя плохие слова говорить. Задолбанная за... вообще, да? Камеру где задние виды, я понятно. Камера вот, но здесь парктрон. Только такое, парктроник. О, пинки! Ты чувствовал пинок? Mm-hmm. Коробка удроченная. Да, точно. Коробка уже охаляла где-то. Это, я так понимаю, ручник. Да. Вот неплохой вариант. Range Rover Sport 2014 года, 98 тысяч пробег. Сейчас покажем и другой вариант. Открытый Mitsubishi. Это что это? Mercedes? Это Mercedes Кубик Гелендваген 2014 года, 95 тысяч пробег. G63 AMG. Открытый. Ох, едите. Какой он огромный. Куча. А пахнет прикольно. А ну-ка. Ребят, мы так надолго здесь застрянем. Та-да. Ой, 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 давай, выходи, короче. Открывай. Ножи. Вернее, значок. А, так это значок какого-то тигра. Что?
Ну, тачка, кстати, я тебе хочу сказать, как бы... Что ты мне хочешь сказать? Тачка ничего. Да, включай кондишн. А здесь подставляется кондишн? Ну, это без тормоз, тормоз нажми. Мне кажется, мы взяли тормоза. Зачем на него нажимать еще? Аллах валя-ла-ла. Закрой дверь, Катя. Боже, арабская чухня какая-то. Кондиционер включите. Да вон же. Кондиционер. Вот эта кнопочка. Другая, по-моему. А, это температура. Так. Это что, горячий воздух идет? Да, я тоже чую горячий воздух. В первую очередь я добавил фен, да? Прикиньте, как мне сзади, у меня вообще ничего не идет. Ух, кондиционер вот этот. Макс, я хуже вспотел. С меня течет 3 ведра, блин. А почему ключ здесь без ключевой доступ? О, пошел холод, ура. Больше включите. Да нормально. Что нормально, мне тут сзаду. А что, сзади здесь нет до этой штучки? Ну, Шевроле Круз, блин, это вот я первый раз в Крузе сижу. Это лев. Лев. Тоже автомат получается, здесь все стандартно. Здесь в механике, наверное, умирал, так вообще практически нету никогда. Ну, слышно, да? Ты слышал? Угу. Опа, камера есть. Пинок опять, видишь? Коробка шушатая. Задом наперед, капец, шатает. Жесть. Все. Вот такую тачку брать вообще не стоит. Как можно так вообще убивать автомат? На таких дорогах. Кто? Да. Потому что, во-первых, мы смотрели две машины. Две из них. Две из них были два араба. И они убивают машины только так. Никто. Есть еще вот такой вариант. BMW. Это BMW. Какая-то там серия 1. BMW 118 2009 года. 103 тысячи пробега. 2010 лет машине. Но посмотри, что здесь вообще жесть. Просто пипец. Пылище, грязище. Просто кошмар вообще. Рядом вот корвет. Тоже есть такой, никакой. Вот такие здесь автомобильчики. Тойота это? О, да. Так она в пакетах еще все. Она новая или что? Ух, тут жарко. Но такая неплохая. И дверь. О, Джили, китайская Джили. М-Гранд. Это BMW 7. Это BMW 7, да? Летить, колотить. Вот это тут салон. Вот это да. А ну-ка. Я, извините, с вашего позволения, дорогие уже уважаемые подписчики, садиться внутрь не буду. Здесь очень жарко, как душегубки. Но машина симпатичная. Но вот что мне интересно, это вот этот. А это? А здесь нет информации. Да фиг знает, не знаю. Джили, Джили М-Гранд ЕЦ7 2015 года, да? Это та, которая с интернета, 78 тысяч. Вот эта машина и вот та. Вот это из-за этого? Это долг? Это значок. Вот всегда хотел живьем ее посмотреть, эту машину. Я ж... Они в Украине стоят 6 тысяч долларов, 5,5. Живьем говно, пока. Здесь... Джили, блин, М-Гранд. Вот это да. Прикольный попилац. Место в ней, конечно, вагон. Но надо же. Но есть какой-то вот здесь на жаре,
на дубайской жаре есть определенная доля такого китайского запаха. Вот это вариант. О, еще джили. А ну, сейчас я посмотрю ее, может она посвежее. Мерседес G8B Turbo. Уже не на таких огромных колесищах. Как здесь открывается? А, кнопочка, как в Ниве. Ух ты. Так. Ух, здесь жарко, конечно. Так, ну вот это уровень автомобиля, конечно, мой. Можно было бы себе позволить такой автомобильчик. Салон тут огромный вообще. Самолет. Самолет. И двери такие, ух. Высота, конечно. Он высокий, да, очень высоко сидишь в нем. Симпатичный. Тоже за долги забрали? Да нет, это просто какой-то кэш-депозит. 90 тысяч. Сейчас покажу вам вариант, вообще упадете просто. Это настоящая легенда автопрома. Мерседес 190. Это просто вообще, просто шикарный. Подпись Daimler Chrysler. Это подпись самого Даймлера, который основал компанию Mercedes-Benz. Вау, вот это вообще. В ней можно даже посидеть. Смотрите, здесь даже пахнет, как в доме моего дедушки. Прадедушки. Вот это да. А ну-ка, Катя, присаживайся. Countdown Cruising for a Q-Car Show. Вау, вот это вообще. Вот а это запах вообще. Такой старый. Я же говорю, да? Пахнет запах, как будто пройдет. Оборвалось видео в салоне. Да, вот это Мерседес, этот, которым я сидел внутри только что. Вообще шикардос. И сзади автомобиль вообще просто бомбей вообще. Ну как? Такие раритеты вообще бывают в природе. Ну надо же. И в этом Мерседесе пахнет как вот как в доме старом. Как будто это старый дом. Классный, ничего не скажешь. Volkswagen такой тоже симпатичный. Вот еще какой вариант автомобильчика. Это McLaren или что это? А, это Lotus. Lotus Шикардотус. Закрыт, жаль. Но прикольный. Ferrari. Вот это да. Здесь, короче, настоящая свалка автохлама. Ну, в переносном смысле, разумеется. Макларен. Макларен это сила вообще, конечно. Я, конечно, за рулем не ездил еще. Но в этом автомобиле даже с двери интересно открывается. Очень жаль, что открыть не получится, чтобы не снести зеркало. Ух ты! Вот это вообще мощь. Здесь карбон под закос такой под карбон, там крыло, в общем, вот. Я не знаю, она без крыши что ли стояла или. А, ну наверное из-за открытого окна. Да, машины здесь симпатичные. Это ламба. Пацаны, это просто мощь. Это настоящая ламборгини. Я не знаю какого этого года, но она просто вообще шикар. Как ее открыть вообще? Вот это да. Так, а теперь самый смертельный номер. Максим садится в двери настоящей ламбы. Здорово, здесь очень низко. Сидишь как в ковше. Тачка, конечно, вообще огонь. Сейчас закроем дверки. Да, супер. Но долго здесь торчать, конечно, не вариант, потому что жарко. Улет. Старая, но улетная. Антон, Бентли тоже убитая вообще.
Феррари накрыли. Опа, вот это вариант европейский. Нет, нет, вот это Топель, это что это? Инсигния, Либерти, Либерти. У них вообще, да, машины неплохие. С номерами? Денис! Это тачка на номерах. Вариант, который стоит, на котором стоит остановить свой взгляд. Просто вот это вообще. Как можно на такой машине было ездить? Она, наверное, года, я не знаю. Тут даже дверь деревянная. Деревянная дверь, обалдеть. Смотри, какие сиденья. Да. Удивительно. Спицевые колеса. Топ. 1931. Обалдеть. Вот это вообще. 31 год, 52 тысячи пробега. Вот это вообще раритет. А место сзади партийный. Блин. Ага. Вот, открыл. Открывается как домик. И здесь сидишь как во времена Сталина, воронок такой, знаешь? Очень удобно сзади, тут место вообще. Ну. Здорово. Интересно, какое назначение этой перекладины? Это Audi, Porsche и как его там? Кадил? Кадиллак? Porsche 2015-го, Boxster. Что у нас здесь? Симпатично. Но очень жарко. Что? А, это та, которую мы сотрели, точно. 5,2 мотор. Кстати, капот открыт. Сейчас покажу вам настоящую мощь. Вот это мотор 5,2 V10. Такой растаможить у нас будет стоить просто вообще космос. А тут пойми, попробуй. Масло тут... Масло есть. По крайней мере, не эмульсия. Просто... Бля. Сори. Что там по салону? Смотри, тут панелька разобрана. А, ну что, она... воняли? Что? Там, не, это блок предохранителей сбоку, ну просто они не в очень хорошем состоянии. Вот Audi трехлитровая. Тоже кожа-то начинаю офигевать. Сейчас самый топовый вообще апогей всего этого визита, вот. Этот тоже велик продается. Шучу, конечно. Вот интересный вариант Jaguar F-Type. Наверное, закрыт. Ну, да, оказался закрыт. Ну ничего, ладно. Тоже вот вариант. Машины здесь просто, конечно, супер. Не передать. Сейчас будем смотреть дальше. Цель нашего визита — это Chevrolet Aveo. Audi R8. Да. Варианты машин. Вау. О, это Polaris Slingshot. Кстати, да, симпатичный автомобильчик. 2.4 мотор. Даже не знаю, это мотоцикл или трицикл. Что-то типа Bentley вот стоит. Фух, жарко, очень жарко. Я выгляжу, наверное, как мокрый вообще чип. Сейчас мы найдем машину, посмотрим, будем уже скоро ехать. Жара просто нереальная. Сейчас середина лета. В Арабских Эмиратах это самая горячая пора. Т-32 на автозору. Т-32? Окей, уже почти дошли. Emirates Auction. Вот так это место выглядит. Это в Шарджи или в Дубае? В Дубае. А, это еще значит Дубай. Даже мини, ой, мини, это смарт. Даже смарт здесь это присутствует. Классные есть варианты. Так, Деня, заводи, открывай и включай кондиционер. Это Chevrolet Aveo на обзоре 2017 года, 18 тысяч пробега. Машина предполагается, что должна быть практически новой.
Хотел я ее присмотреть для себя. Сейчас будем смотреть, что к чему. Заводится и блок. Так, а ну-ка давай попереключай карабас. Приборка здесь уже чуть другая, кстати, интересно. Так, здесь не центральный замок. Нужно открывать самостоятельно. Ух ты! Слышите, что? Воняет? Запах чем? Запах дохи? AC... Вот это? Да, вот, давай. Ну, тут сдуть может. Ну, такой автомобильчик B-класса. Я не знаю, за сколько денег такой можно купить. В Украине, блин, он стоит 11 тысяч баксов. Жесть. Так, конечно, обычно все потребный автомобиль. На автомате все 4 стеклоподъемника. 11 тысяч в Украине он стоит, к тому же еще и в не самой такой топовой комплектации. Здесь эта комплектация получше. А здесь, кстати, два бардачка, вот обрати внимание. Вот этот бардачок один, а второй сверху. Ага. Там даже есть USB-резетка, представляешь? Ну что, машина неплохая. И места в ней достаточно много. Всякую. В общем, места на задних сиденьях здесь капец как мало. Ноги упираются, подголовника нет. Че тут, вот это вот интересная штука. Ну, здесь даже... Типа стекло ушло. Да, здесь вот стекла нет, ну как бы даже не то, что... Смотри, я на заднем стекле сидел, по сути, голова. И вот, вот ну, отсутствует да, место, здесь какой-то нет, всякий уплотнитель. Ну вы просто сидите, кстати, очень вольно. Ну, если я подвинусь. Не, ну во-первых, он водитель. Ну да. Если сесть за Катей, то тут место, конечно, ух... Просто вообще выше крыши не осталось. Вот это вот все стоянки этих автомобилей, это целый район. Где стоят эти все машины? Мы пришли с Денисом и Катей в Икею. А, кулый бизнес тут. На халявный кофе. Здесь всегда халявный кофе и молоко. Сейчас будем кушать, а потом пить. Прекрасное завершение тяжелого торгашного автомобильного вечера. Давай, дайвер, вперед!